10 утра. Аллея Славы – памятник димитровградцам, погибшим в локальных войнах. Торжественный митинг открыл глава города Алексей Кашаев в форме, ведь он сам служил офицером в воздушно-десантных войсках. Торжественному мероприятию десантники запаса построены. Здравствуйте, товарищи десантники! Звучит гимн Российской Федерации вместе с десантниками в строю, жены и дети. Мы все знаем, что наши войска овеяли себя незабываемой славой. Мы показали себя как образец мужества, мастерства и героизма этой Великой Отечественной войны. Мы зарекомендовали себя с лучшей стороны, как самые боеспособные войска. По традиции в день ВДВ вручили памятные награды. И в частности, димитровградцев, служивших в Афганистане, наградили медалью за участие в воздушно-десантной операции «Кабул-Баграм». Завершился торжественный митинг минуты молчания в память о погибших десантниках и возложением цветов. В этот день не грех и выходной взять, как говорится. Это очень славная традиция. Арина Макарова, Юлия Пак. «Наше время».